о главном соблазне в бесовском арсенале. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас вечно гнетут, делают всех нас друг другу врагами и загоняют нас в грех и в облуд. Весело так, стал родным Хэллоуин нам, нечисти праздник, мы здесь как свои, верим маньякам, монстрилам, вампирам, почему нет, мы же все как они. Нас соблазняют, и мы соблазняем, нас унижают, мы тоже не прочь. Мы добродетельны, пока мечтаем, но все проходит и близится ночь. Многие думают, главным соблазном деньги являются, секс и вино. Это не так. Действует безотказно зов справедливости. Вот что смешно. Самое грозное это оружие темных, бесовских, безжалостных сил. В бойню кровавую бросают души за справедливый и праведный мир. В бойню гражданской войны, революции, что человек, здесь побольше масштаб. Здесь миллионы во мраке иллюзий резать готовы, других убивать. Может быть, я огорчу тех, кто думал, что про вампиров здесь будут стихи. Нет, говорить буду я про безумство, те, что мы сами творим, дорогие мои. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор вам ищу СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД. 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 СД.